Привет, ребят! Вы на канале Рыбакит, на Инстаграм его части. Я папа, меня зовут Ваня, я рисую для детей на Ютубе. И здесь тоже рисуйте со мной, мам, пап, предлагаю, зову. Рисуем сегодня картошку фри. Я думаю, вашим детям понравится. Они наверняка любят картошку фри и думают: о, если я нарисую картошку фри, может быть, мама мне купит картошку фри. Может и не купит, но мы рисуем все-таки картошку фри. Она вот такая, толстая, большая. Я рисую упаковку. Упаковка вот такая, как в Макдональдсе. И сразу два кружочка нарисуем. Они будут белые. Ага, конечно же, глазки мы нарисуем, раскрашиваем. Сегодня я рисую разными материалами. Сейчас я рисую гелевыми мелками. Я уже нарисовал и пластилином, и карандашами, и масляной пастелью. Теперь мелки. Мне они нравятся тем, что это супер яркий материал. И он даже ярче, чем масляная пастель. А это очень яркий материал. Так, что-то у меня камера прыгает. Положу здесь что-нибудь, чтобы она фокусировалась. Картошка у меня здоровская, яркая, мне очень нравится. Теперь рисуем саму картошку. Она будет желтенькая. Уберем и рисуем желтеньким. Рисуем как можно больше желтенького. Вот здесь рисуем такие вот полоски во все стороны. Я бы сказал, сосиски. Можно рисовать сосиски. Они большие, толстые. Они налезают друг на друга. И рисуем их. Они закрывают друг друга. Вот здесь, везде. Здесь тоже один, другой. Можно нарисовать желтенький кусочек. И все это мы нарисуем желтым. Вау, как ярко, прям ярко. Действительно, так и рисуют эти мелки. Они еще ярче в жизни, чем даже на камере. Видны у вас на телефонах. Так, кто рисует со мной, кто смотрит, прям большой лайк вам. Теперь рисуем оранжевым. Оранжевым я рисую так, мазну. О, этот оранжевый кончился, но у меня есть запасной. Мелков хватает на 100 рисунков точно, а то и больше. Рисуем запасным оранжевым. Немножечко везде вот так вот оранжевым. А после этого пальцем я размазываю. У меня получается оранжево-желтая картошка. Я все размазываю пальцем. Размазываю. Тру как можно сильнее. На самом деле очень легко трется. И не надо прям больших усилий прилагать, чтобы нарисовать такую желто-оранжевую картошку. Не забудем про эти кусочки и тоже их размажем. Здорово. А это мы еще не брали черные, которым мы нарисуем глазки. Глазки суперские, маленькие, улыбальчики. Реснички. Можно реснички нарисовать, можно бровки, можно улыбочку нарисовать, можно ножки нарисовать. Она очень веселая, наша картошка. А теперь черным обведем и нарисуем ручки. Такая вот картошка. И теперь черным я делаю так. Я выделяю каждый свой маленький кусочек картошки. Их хорошо становится видно, и всю картошку вообще хорошо становится видно. Хо-хо. Вот она, картошка фри, которую мы все любим с вами. О, это был очень трудный рисунок. Я потратил на него, наверное, 1 минуту, но прям удовольствие. Я часто рисую картошку, бургеры и всякую другую еду, и конфетки тоже. Ну, и детям это нравится рисовать. И нужно завлечь, увлечь, привлечь. А после этого рисовать все сложнее и сложнее работы. Сегодня простой рисунок. Мамы, папы, если вы рисуете с детьми и вам нравятся мои рисунки, ставьте лайк и переходите, сделайте сторис, расскажите, что ваши дети вот такое нарисовали. Это поможет развитию канала Рыбакит в Инстаграм, потому что на Ютубе он живет хорошо, а в Инстаграм он хочет потреблять больше рисунков делать. Я хочу больше уделять времени именно Инстаграм, и когда появится больше подписчиков, я могу это делать постоянно, каждый день, с утра до вечера рисовать, удовольствие самому передавать. Всего хорошего, хороших рисунков, хорошего настроения весеннего, и до новых встреч. Я сейчас продолжу рисовать через минутку.